в сегодняшней серии The Forest. Погода нынче дождливая. Ха, нелетная, как говорится. Ну я рожден летать! Нет, ты все-таки что-то нажал. Так, Никитос. Алло. Алло. Смотри, давай. Ну, я так понимаю... Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, и сегодня мы вместе с Никитосом продолжаем играть в The Forest. В декабре вышло крупное обновление, в котором добавили очень много разных новых штук. Это парочку вещей, парочку построек, парочку новых монстров, и сегодня мы будем искать одну из этих штук, а именно дельтаплан. Приятного просмотра. Все, теперь я точно стоит. Пойдем. Алло. Все. Да подожди, подожди. Ты где есть вообще? Да пью я, блядь, пью. Пойдем. Так, ты у нас, так как ты пес цепной, ты координатор. Координируй. Нам нужно... Так, наша база вон там. Нам туда. Да-да-да, я тебе только хотел об этом сказать, так сказать, сообщить. Ну, блять, куст. Твою мать, ну слишком темнеет. Нам, короче, смотрите, в чем планы. Мы должны сейчас построить плот и поплыть к пещере, потому что от пещеры, в которой нам нужно, она находится в воде. Так, мы уже прибежали на место? Он тоже прибежал. Видишь? Не вижу никого. А, все. На-на-на-на-на-на-на-на. Теперь мы согреемся. Домик, переспать ночь. Это набор слов, давай связнее говори. We need... we need constructing a home. Z, блядь, переспать ночь, давай. Готово, готово, спим. Вот оно в чем. Спим? Нет? Алло. В смысле, блядь, дурак? Она еще не заполнена. А я сплю. А у меня половина ночи еще только. Точнее, четверть. Четверть ночи мне еще нужно ждать. Лох, что? Какой? Ты, в смысле? У меня написано, показано, четверть ночи надо ждать. Может, второй дом такой построить, попробовать? Мне только. Да я тоже не могу, блядь. Что за пиздец? Охуенно, ждем, короче, курим. Травку. Ты можешь пока... Ладно, иди нахуй, короче. Эх, рубить! Настало время. По-моему, оно падает. По-моему, оно падает. Так, ну, у нас настало утро, и я думаю, уже пора крафтить дом. Не дом, а плот. Ну вот оно, в принципе, и все. Готов? Да. О, поплыли. Так. Как это работает? Наоборот, оно работает. Вот это вперед, короче. Что-нибудь видишь? Вижу мглу. Вижу. Стоп! Что это? Пещера. Что это такое? Пещера. Что это такое? Пещера. Какая пещера? Это какая-то пурга, блядь. Ну нам в пургу. А что это? Стой, нужно. Отплыть чуть-чуть. Ладно. Черт, черт бы тебя побрал. Ой-ой-ой-ой. Ой, я в очко залез. Подожди, я тоже хочу залезть. Оно не мытое. У меня есть предположение, что здесь нужно действовать быстро, потому что она вся подводная, скорее всего. Так что давай работать. У меня предположение, что у меня еще два баллона, поэтому все в порядке. У меня предположение, что у меня рак. Смотри, смотри на стену. Че-че-че-че. А! Так вот, на полу валяется рисуночек. Стой, ты понял, мы крафт подобрали, алло, открывай крафты. Чё? Мы крафт подобрали. Чё, как? Мы крафт только что подобрали. Кого крафт? Майнкрафт? Я, конечно, когда подобрал листок, там типа были всякие эти самые, написано было там в углу, типа 22 бревна, 11 палок. Это стопудово крафт. Понял, ищу. Надо найти его, блядь. Я какой-то плюсик нашел, и тут башня, я могу построить башню. Вот она, вот что мы и подобрали. А зачем это нам башня? Башня? Это башня для запуска пардонки. А пардонку-то как сделать? Не знаю, может она там будет уже? Посмотри вот, именно вот где башня, где крафт. Что там наверху? Тебе не кажется, что там и стоит параплан? Не, ну это странно, да? Такого не может быть. Какая-то странная. Смотри, заметки 3 из 4. Да, 3 из 4. Что это значит? Ну, смотри, у меня есть предположение, что давай все-таки сходим до конца. Не бей пол. Конечно, мы пойдем до конца. Да, сходим до конца. Это 100% не все.
Конечно. Еп! Что? Зайди сюда! Ебать! Это выставка Жан Рено. Что, ничего нельзя подобрать? Тут куча стрел, и я нашел крафт. Не вижу. Посвети. Вторая страничка закладок. Дельтаплан! Ёпта, дельтапланчик! 32 палки, 6 костей, 2 руки, 1 голова, 8 шкур зайцев и 8 веревок. В принципе, на изи. И мы еще, слышь, нашли стрелы для арбалета, понял? Да, стоп, иди. Да, это для арбалетной стрелы были. Называются болты. Так, ну все мы здесь подобрали, да? Думаю, да. Давай на всякий случай вот так вот побежим, в догонялки поиграем. Ха, засалил, пойдем. Но знаешь, в чем прикол-то? В чем? Что этот дельтаплан устанавливается на башню на эту. Да ты уверен в этом? Ну не было бы крафта башни, если бы он устанавливался на любую поверхность. И можно было долететь с любой поверхности. Но у меня есть козырь в рукаве. Я смотрел трейлер нового обновления The Forest, и там он на земле стоял, поэтому поплыли отсюда. Ладно, тогда помолимся, господа, помолимся. Курс держим к дому? Да. Что, ты готов узреть мощность? Да, только тут, блядь, сука, лазутчик. И ушел. Ну-ка, сейчас я тебе стрелу-то в затылок-то. Как дам, блядь, на. Нихуя. Все, готово. У меня тряска. Так. Видишь меня? Да, ты оделся. Подожди, а я не вижу, а вот вижу. Птица, я рысь в погонах змеи. Ты выглядишь как пёсий дочь. Нет, пса. Я забыл, змея какая-то. Слушай, давай ты спустишься вниз и отснимешь меня. Как это, как сын маму возле достопримечательности. Ты хочешь, чтобы я снизу тебя снял? Да. Давай. Снимаешь? Все, я готов, да. Да? Да. Так, ребята. Раз, два, три! Влетел! А! Я не умею, блядь! Как он работает? Ебать! Стой, ты полетел, но не в ту сторону. Ты вниз, короче, начал падать, прям резко. Дубль два, ребята, вы готовы? Давай, я готов снимать тебя. Да. Не ошибись, Сергей, не ошибись! Полетел! Сука, слишком вверх, блядь. Блядь, я не понимаю, как она работает. Давай ты, потому что я не знаю, видишь, там ее даже не видно, как она находится. Да я хочу попробовать. Блядь. Сука. Да ты не влазишь в ворота, сними ее. Чисто мышь такая, знаешь, стоит, смотрит на меня. Так, не страшно, ёпта. Блядь. Так. Сука, такая кривая херня, нужно научиться. Так, ну короче, смотри. Попытка не пытка. Сейчас мы прыгнем и полетим. Что, ты готов? Да. Чудо увидеть готов? Давай. Секунду. Давай, короче, ты сейчас попробуешь, я буду тебя направлять. Давай. Ебать! Мышкой, попробуй мышкой. Вверх мышкой. Нет, мышка ничего не управляется. Я, блядь, улетел на другой конец вселенной, блядь! Я улетел почти на конец острова. Ебать, подожди, я хочу еще раз. Стой, здесь спуск есть тоже. Сейчас отсюда прыгнешь. Давай. Смотри, здесь есть выступ, только смотри, в море не улети. Давай вдоль берега. Просто летун, блядь. Я летун. Ебать! Ты где есть-то? Как? А, стой! Походу нужно волны воздуха ловить, дай попробую. И все, отпускай. Посидел. Летун, блядь. Как она падает-то, блядь? У меня все падает, блядь! Как ты летел-то так далеко? Я понимаю, тут должно же как-то работать штука, что я должен ловить ветерок и подниматься ввысь, чтобы летать вечно. Здесь низковато, конечно, еще. А, вы знаешь откуда? Иди сюда. Вот с этой, вот с той горы. Угу. Что, последний полет? Потому что там высоко, да. Я, скорее всего, разобьюсь. Раз. Не, нормально. Два. Три! Лети, моя сосиска! Моя, блядь, пиписка, нахуй! Нахуй, блядь! Нахуй я живу в этом мире! Если сейчас у тебя получится, то я, не знаю, я съем морковь очком. Вот, я еле-еле, короче, кликаю на S, и он поднимается повыше. Сука, блядь! Скалки!
А у меня тоже есть интересная работа, задача. Смотри, 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 смотри. У меня ничего не получается. Все плохо. Не расстраивайся. Расстраиваюсь. Смотри, как я трясу фонариком. Все, предлагаю идти домой, отсыпаться, отлеживаться, да? Да, ты все ноги себе отбил таким подъемом. Да, у меня там нужно швы накладывать, шины. Но на этом мы будем потихоньку закругляться. Как обычно, на канале Никитоса уже вышла следующая серия. Мы там построили огромную башню, летали с нее на дельтапланах. Кликайте на кнопочку на экране и смотрите продолжение. А еще можете лайки ставить, да. Слышал, такое тоже бывает. Спасибо всем за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах. С вами был Стэк, с вами был Никитос. Всем удачи, всем пока.